Представь себе, поезд-купе, едет молодой элегантный грузин, читай книгу. И молодая женщина, так, она им заинтересовалась, смотрит, уже и так села, и эдак, и вертится. Он никакой реакции. Ну, просто никакой. Она уже показала все свои достоинства, никакой реакции. Она обиделась, она при нем не стала выходить, переоделась на ночь, вот в ночную рубашку, при нем, так сказать, легла. Опять никакой реакции. Уже ноги расставила, ноль реакции. Она в бешенстве. Слушайте, вы грузин или не грузин? Я уже все вам сделала, ну все показала, все достоинства, что вы. Ой, книжку так шлепает. Правильно мне отец говорил, лучше 20 минут потерпеть, чем 2 часа уговаривать. Вот это что такое политика и эта страна. Да? Поэтому не надо трепыхаться, надо спокойно читать книжку.